показывается. У меня, видимо, другой квест виден. А какой? Потому что я какой-то не взял же. Ну ладно, пошли, тут тоже у меня какой-то квест. Слышь, оно подождет. О, вот это, кстати, твоя хрень, по-моему. Мешочек знания подземелий. Да. Слышишь? Так, и черепки надо собирать. Не, это квест. Попавшее письмо. А, знания подземелий. О, вот это ты можешь юзать. А ну иди сюда. Вот. Руда типа, да? Это не руда, это какой-то открывашка. Загрумся. А ну подожди, не бей, не бей. Ну, ой, блин, супер здоровый. Ладно, ладно. Сейчас я его лупану, короче. Я хотел просто ульту свою проверить. А, я еще тоже не проверял. Не ульту именно, понял. Утерянная реликвия какая-то. Найдена утерянная реликвия. Ты вот эту хрень уже открывал, да? Сидрите как можно больше, во время охоты зайдут. Ну ладно, письмо. Да, открывал. Так, я здесь вижу какой-то сундучок. А, баррикады нужно ломать или поджигать. Видишь, сюда бы мы не смогли бы зайти, если бы ты не открыл. Угу. Я подсказываю. А ну смотри, короче, у меня. Да. Р. Она такая, на, блин. Ладно, не очень получилось. Ну ладно. Ну сейчас я толпу. Я, кстати, 11. Вот знание, по-моему, или что это такое, подожди. А, я могу это тоже с этим взаимодействовать. Задание завершено. Да, пропавшее письмо, видимо, или какое? Видимо, да. А, или ты какие-то собрал реликвии? Так, да я теперь проверю, не на залпа. Блин, кстати, тут какой-то квест можно взять, подожди. Мне показано где-то здесь. Вот. Тебя вот хозяйка послала меня собрать потерянные образцы. Но я страшно боюсь, что меня прикончат орки. Здесь я, кажется, в безопасности. Но у меня не хватает духа даже высунуть отсюда ног. Сейчас я, короче. Может быть, ты собираешься собрать образцы вместо меня и принести Рихтельхарс. Хозяйка видела этих огненных руков на горе Петунов. Она называет их элементальными богами. Не сомневаюсь, она достойно наградит тебя за труды. Только осторожнее, когда будешь их собирать. Они горячие. Бойня во имя Грум! Меня быстрее убил вроде. Так. Я хочу проверить. Только мне нужна толпа. О, стой, нет, не трогай. Умри! Волка перед собой, типа Кравская. Со станом. Интересно, что такие очи выдают? Истребитель орка, убейте 50 орков. И какая-то мутня, да? Какой-то глаз.
блин, не совсем понятно. Она как-то заряжается, разряжается, а надо почитать, потому что это бред. Так, что вообще тут надо сделать? А ну подожди, а ну сейчас я от этого убью. Ой, блин. Загрумся! Сильно, короче, какая-то. Хрень. Сундук великанов. А, это опять какая-то, видимо, хрень. А, та, которая с ключами донатерскими открывается. Умри! Не, ну прикольно, что с подчитом можно. Ну да, видимо, ты все-таки лучше танк, блин. Ну да, по сути, если собрать какой-то еще шмот, чтоб давал он. Уверен, что мы сравним с тайм. Вообще мне еще, короче, элементальных долгоносиков. Что это значило? Нет, это где-то сзади. Что? Да вот там вот. Походу надо вот так. Шести. О, долгоносик полный, ман. Ты собирал? Да. Ротация такая дебильная, если честно. О, что это значит? А, мне выбила БГ, с которого я ливнул. Что, я там не очень парень? Спать надо. Все, все сдавать надо. Тебе тоже? Что-то мне сейчас туда посылает. Ну пошли, вроде бы что-то мне сдавать надо. Так это новые дела в том, что нам дадут там. А, еще один нам надо вернуться сдать этом, получается. И мне один квест дадут здесь. Тут их до хера дадут. Чтобы сначала назад вернулись. Ну ладно. Мы платим за оказанные услуги. Так, орков сдал. Поможешь мне? Судя по письму, что тебе удалось... Продолжаем. Замечательно. В этих письмах были ценные сведения. Квартал... Как дела? О... Большинство местных наемников сомневаются в моем здравомыслии, потому что я пытаюсь заключить мир с варварами-полуорками. Никак не могу их слева понять. Слева, который стоит. Этих варваров из племени Праутистов сейчас удерживают многострелы. Видимо, как да, орк. Так, магазин. Блин, я тут взял какую-то ежедневку. Опять. Не понял, у кого тут что сдавать, блин. А, за орка уже же сдал, понятно.
вампиризм и вероятность. Там мне, в принципе, вампиризм нахер не нужен. А там... Мне кажется, тоже ж лучше максимум хитов, чем вампиризм. Так. Пошли вернемся, сдадим, наверное, а? Да-да-да, конечно. Э, крыса пропал. Я вот думаю, наверное, я некоторые шмотки поменяю. На защиту, потому что меня пробивает очень сильно. Ладно, пошли, вернемся. Ты так. Уже вернулся, да? Не, я не вернулся еще. Тут же бежать через мобов. Ты не туда бежишь. Не, а это мы... квест. А, не, другой, да? Пошли. Да, пошли сначала, типа. Беги быстрее, лошадка. Там скоро штраф взлетит. Как бы глянуть. Их его знает, еще висит. 14 минут, 15 минут еще висит. Я думаю, мы как раз 13-й с тобой накачаем. А там как раз они 5-13. Чтобы мы были максимально читерскими. Не знаю, лишь бы не перекачаться там. Может, лучше на 12-м. Может быть. Орда, интересно, они меня собьют, слушай. Да. Есть. Так, куда нам вообще? Мне тут что-то показывают. А, еще одну баррикаду, что ли, надо сжечь? По-моему, я не сжигал. Умри! Да не, не туда. Что там, кого там? Точно, мне куда-то туда показывают. Ну ладно, я понял. Потому что у меня не все выведены. Блин, найди тут квесты. Да не все выведены. Блин, ну ты кругами нас водишь, Кент. Да тут нельзя пройти. Да мы только что круг сделали, я тебе говорю. Ты мы уверен? Тут были только что. Мне тут надо спалить одну баррикаду. А, вот эту вот, ее можно полить. Опять где какие-то интересные квесты? Видимо, это тут что-то не стал. А, отлично, мы тогда позавершали, да? У нас как канализацию здесь, это куда? А, у нас два квеста в этот. Блин, я понял, короче. У нас какой-то квест еще в этот, в протекторат. Вернуться. Ну это мы ради моего квеста, получается, возвращались. Ладно, пока не будем возвращаться. У меня такое ощущение, что твоя лошадь быстрее. Понятно. Блин, просто я хороший наездник.
Король-то я, королева. Ну они настраивают за тебя медленно, чтобы ваше величество не растрясти. Ну и чтобы пускать ненужные людей вперед. Если вдруг умрет, ну, если там стрела какая-то или еще что-то. Кругом только грязь да трусливые слабые. Да, подходишь? А мне тут квест можно сдать. Вот тут, а, вот, вот где-то вот тут, вот тут, вот. Да? Повезло тебе, чё. А, я, кстати, странные там... соратники. Да у тебя очень я странные соратники. Угодно. Подожди, я вот там вот квест сдал, видимо, на эти, на баррикады. Твое имя звучит Халген. Потому что здесь до хера квестов, Кент. Да? Да, три. Орки думаешь, а? Тебе хотелось бы заслужить наше уважение? Дали какой-то квест. Халген больше всего уважает силу, осмотреть... чарик мудрость. А может, ты уже осмотрел ее? Я больше всего уважаю хрена куда послали, поэтому... В мире очень многие вещи остаются незамеченными даже на самом виду. Или может ты сдал какой-то квест в протекторате, который я не сдал? Безделушки. Прямо там под носом у наших друзей орков. Если сможешь найти три таких безделушки, я в тебя поверю. Путь протекторат, понятно. А вот этот вот вылазка в канализацию, сдерживание. Понятно, это пробежаться. А четвертый это сознание. Не, у меня ничего такого нету. А есть у тебя в путь канализации? Наверное, да. А сдерживания у тебя нету, да? Подожди. Путь канали... Да, вылазка в канализацию называется. Ну, у меня вот это единственный наш общий квест, кроме протектората, получается. Ну, еще у меня нету осколки камня наблюдателей. Не все еще. А у тебя все? А как называется квест? Воссоздание прошлого. А, ничего, не все. Ой, подожди, у меня же еще этот. Забрать результат надо профу. Поручить ему какую-нибудь хрень получасовую. Вот, на 4 часа, отлично. Развлекайся. А как профа еще раз? Н. Н, да? Угу. На 4 часа ты взял, да? Да. Часа на экспу? Какая нафиг разница? Это... Слышишь, я хотел... А, кстати, есть мобильное приложение на профу сюда. Кидаешь. А, да? Надо установить. Так, а мы вроде бы не захотели. Ты уже нас убил всех, Кент. А у меня нету штрафа. А что у меня есть? Ты значит, его за прошел. Видишь, она сбоку стреляла. Я туда вообще не ходил. Ну ладно. Ну виноват ты. Понятное дело. Смотри по сторонам и на пол. Бля, очкую, у меня одна птичка. Твою мать! Подожди, а как глянуть, сколько у меня... Как оно хоть выглядело, эта пострелушка, блин? И вообще, а, ну на земле было. Блин, ну вообще было похоже. Да, вас эти ловушки покромсали, надо с ними что-то делать, блин. А я не совсем понял, на какого уровня она? А ты когда наводишь на него, когда F2 жмешь, у меня пока слабое ранение в торс. Блин. Ну, мне что-то типа того. У тебя ж две.
пошли дальше. Беги вперед. Пошел ты. Я тебя захилил, что беги. Я аккуратно иду. Стой, ловушка. Ты не успел? Не, или успел? Я видишь, не там вообще стоял. По сторонам две ловушки здесь. Интересно, посреди. Блин, ну там же какой-то дроп. В жопу дроп, бегу посредине. Вроде ничего. Но она одна левая сработала, но она не зацепила меня. Наше дело правое! Предаватели! Теперь страшно чаш. Знание подземелья тут. Теперь непонятно, вот это вот между плиточками, что это такое? Бежи. Теперь я очкую туда бежать. Ну вроде ничего страшного там не было. Так, ну по-любому. Скорее до хера по сторонам. Я к ним буду чажиться просто. На. Так, что тут лежит? Теология. А вот. Ну не было ловушек. Так, смотрим по сторонам и под ноги. Наша дело. Ловушка, вижу одну. Слева, не иди туда. Вообще ты долбишь, ну. Что? Просто становлюсь в щит и долблю его нормально. Блин, как он проколдовал, не пойму. Так, нам туда, но нам здесь что-то, там что-то можно собрать. Сундук. Бесстрашный воин, доспех. Нормально, на 12 левел, теперь 12. Блин, ты что, я не собрал уже? Тайное знание. Не понял, у меня же тут же вроде был доспех. Может, в другой сумке? Нет. Странно. Ну ладно. Но я его хотел. Создаю нового воина, дохожу и получаю его все. Еще один скинхед. Все говно. Попали. А я утонул в него. Ах ты ж. Кто? А все, я уже убил.
Тебя не ранили? Вообще не ранили. А как? Ну я вообще теж бью, все равно мне как-то. Наверное, я на это. Поножи авангард, да. Да, классные поножи. Ну я после боя охренеть как быстро восстанавливаюсь. Блин, тебе там дали три квеста, а мне не дали. Так, что у нас по ранам? У меня одно ранение, мне пофиг. А еще мне тут показывают квест. Блин. Протекторат. Я отстаю, можешь помочь? Этот сундук обязательно нужно доставить по адресу. Протекторат. Но меня ранило очень стрела. Здесь сдать. В сундуке лежат материалы для важного клиента моего хозяина. Можешь отнести сундук. Ой, в Мутари Принкл. Какие-то еще квесты. Ее можно найти на рынке Семи Солнц в протекторате. Там у нее лавка. А вот эти три квеста, что тебе дали, ты говоришь, у меня она нет, щедро вознаградит тебя за беспокойство. Они мне появились, когда я сдал один квест, и мне далось еще три. Ты же видишь, тут какие-то дают, какие-то не дают. Да, у нас была такая фигня с тобой. Статья 12. Не, ну блин, три квеста, не один же, блин. Ну, у меня до этого было где-то в сумке. А у меня вот тут сейчас дают два. Стройный надзор. Что? Говоришь, в бой вступят варвары полуорки? Мудрость. Но если они тебя не тронули, то мне будет так, интересно подожди, с ними гляну, поговорить. Что у меня с... Скажу солдатам, рыб? Чтобы не стреляли в замеченных проутфистов. Походу открылся, во-первых, инст. А, 12-й есть. Он откроется есть. На 12-м. 12-й уровень. Вот сейчас я могу что-нибудь... А, подожди, у меня вроде он уже кончился. Сейчас запущу. Да. Так что мне регать? Давай зарегаем уже все. Подожди, дай я хотя бы продамся, я не знаю. Дай я продамся, может еще и скиллы выучу. Так, это явно бесстрашный воин. Этот синий шмот не имеет смысла покупать, он и появляется в десятки раз лучше. Так, пока у костра, наверное, по ФКшу. Так. А, да, ты прав. И гляну скиллы свои. Может что-то апнуть еще. Тут я апать не хочу. Могу апнуть ульту. Апну, все равно она вроде как бы неплохая, контролящая. И, наверное, до 15-го ничего не буду больше апать. Сейчас опадусь. Мудрость приходит в учение. Слетело ранение. Так что мы регаем. Блин, где ты взял шлем? А у меня серенький. Да неважно, любой. Готовы к славной смерти. Тело неплохое выбил. Триста хп мне дало, прикинь. Да, а как тут теперь по... С бафами. Да, надо в городе, походу. Контролы нажимаешь и молишься.
там дают дофига чего. Это вроде как обязательно хотя бы раз в сутки. Можно БГ регать. Или регать тупо всю сразу. Как думаешь? Сейчас. Барды сложат о нас баллады. Распознаю себе ботиночки еще. Хильни. Знание — сила. Хильни. Пойду теперь эту всю хильню продам, чтобы распознавал. Ну, я бы вначале бы на ПВЕшные походил бы. Если честно. Один разок, понял? Хорошо. Давай. Я оба зарегаю, посмотрим, что будет. Есть. Ага, есть. Жди. 4 из 5 принял, я понял. Угу. Как всегда, дебила, ДДФ и кашеры какие-нибудь. Маги. Угу. Или лукари. Нажмите К, чтобы узнать, какой дебилов и кашер, да? Кстати, у нас и подземелье уже появилось. Угу. Ну там, помнишь, сложный босс был в конце достаточно. И что, блин, я таких боссов понял. По 5 штук вообще убиваю. Не, я понимаю, там просто надо было прыгать до хера. Нам сейчас прыгать не надо, просто стоишь идти и все. Да. Я помню, мне надо было там... Что тут можно купить? Зелья, наборы, всякая хрень. Купить все шули аптечек, но их тут нет. Они есть. А кто хил, кстати? Да не обязательно он тут должен быть, как бы. Вполне возможно, что и ты. Ну, это... Ай, Кент! Агри! Прости, я... Беги. Блин, у этих мудаков уже есть эти пэты, понял? А кто у нас умирает? Я не пойму, где он умирает. Блэк Ангел, где этот мудак? Смоки, где ты? Я там в самом году. Интересно, они должны на нас идти или мы должны на них идти? Умри! А, вижу тебя. Поржусь к этим. Толпу, да? Да, ну я там. Есть тебя вижу. Thank you.
вылезла. Блять, там чувак тут будет. Здоровый. Блин, если я бить не буду, я не забью этот. Ого! Там трындец уже бесконечный. Когда вы все уже сдохнете. А ну нафиг, блин. Фух. Победи, а попробуй сам себя хильнуть. Да, 3100 хильнул, блин, охренеть. Блин, черт, что за хрень вообще? Какой черт? Что это за хрень вообще? А ты о чем? Блин, у меня какая-то окно скачка. Там пчеловка это же. Иди на меня, блин. Где-то я протупил. Блин, меня бьют. Ха-ха-ха-ха! Фул отхил, тащил. Да нам не пришло. Тут я второй по ДПС. Ну а черт. А как первый по нему? Первый по танкованию. А ну вон табличка выскочила. Второй по. По максимуму поражений, что бы это значило. Тут еще не все, тут еще моба. Полевой медик, но я, к сожалению, слава богу, хоть медик первый. Ты второй после меня, блин, медик. Я автоатаками медик.
скилла у меня 24. Бля, я, по-моему, сам не убью на этого моба дурного. Сейчас. Нанесенный урон у меня вообще понт. У тебя... Нет, у нас у другого чувака там было больше всего. Ты по полученному урону. И живой мертвец у нас победил вообще, я не знаю. Максимум поражений в бою. Я понял, иду я. Ну, вроде уже не сбили просто. Мне было страшно. Сейчас я восстановлю. Вон. Да это 10 уровня вообще так бесит. Который ничего не снес, наверное, да? Я не знаю, но... Он постоянно у него... Сундук был... И уже нету, понятно. Зато мне дали какие-то... Нет, вот в центре сундук. Я не знаю. Интересно, он каждому свой, наверное. Остальные алмазы. О, это хорошая тема. Максимум нанесенного урона. Полученного урона я все-таки топ. Все, в принципе, я понял, что произошло. Это, наверное, была атака орков, я так понимаю, да? В смысле? БГ. А, возможно. Их два. Так, как тут ливнуть вообще из этой говна, покинуть группу? Ты покинул? Чизи, ты молодец. Нет, не покинул. Тупа, да, там, наверное. Да. Да. Барды сложат о нас баллады. Сейчас пригласим группу. Есть, да? И пошли тогда на второе. Это у нас ужасы Блэкрейка. Стать в очереди. Тем более у нас уже скоро 13 левел. Тут же еще видишь, в чем как бы фишка. Вот основная валюта идет астральные бриллианты, понял? А у тебя рядом с мини-картой нарисовано, вот, допустим, доминирование в одиночку по ходу соло-арена. Какая-то битва демонов там. И ты подтвердил? Да, да, да. И БГшка. И получается, по сути, то, что у тебя сейчас идет, вот, типа эвент, постоянный эвент, грубо говоря, то тебе приносит астральные бриллианты. Тебе, допустим, может быть выгодно, вот ты зашел в игру, тебе может быть выгодно покачать профу, допустим, или пойти, допустим, в инст, или пойти на БГ. Кстати, тут ремонта нету, надеюсь. Походу нету, да? Позволь рассказать тебе о состязании охота за реликвиями. Ты не похоже, что упадал уровень предмета. Мне такой там мудак не подтверждает. Чёрт, походу я буду хилом. Причем я не знаю. А я дело в том, что даже когда хилю, на меня переагриваются, я не могу, блин, ничего делать, понял? Начинаю драться, короче, я пробиваю до хера там, бью, понял? Вот, но переагриваются, зараза, приходится хилить, а хилю начинает еще больше агриться, блин. И тупо все на мне висят, короче. Хорошо, что ты сейчас сказал. Может, мне туда вкачать агро, я не знаю. Не, у меня так агрят тычки, понял? Но у меня именно масса агро есть. Я просто не уверен, есть ли в нем смысл. А ты, кстати? Да стою в этом городе, мы были с тобой. А ты где? Или мы с тобой походу в разных этих. Пойду сдам квестик, у меня в центре квестик сдать можно. Ну там, где то я брал, понял? Я не знаю, что я там сделал, но что-то сделал. Блин, а чё у нас? Твоё имя звучит, я вижу твою... А где тебе квест дать? У тебя нема сдерживания, да, квест? Сдерживание? Угу. Я пойду его тогда не, дам. Нет, это походу. Вот в этом вся проблема, что мне вот мои квесты открывают дальше цепочку квестов. Так тупо, блин. А, подожди, я тебя вижу. Я уже перешел.
Так у меня квесты открылись, цепочка, блин. Ну сделаем тогда и тебе, и мне посмотрим. Или может пока их лучше не делать, пока есть хоть такие, понял? А потом если что сделаем. Я вообще свой сдавать бежал. Что-то на горе. И вообще я хочу, знаешь, что сделать? Я хочу дособирать эти осколки камня и сделать эту компанию, понял? Бля, у меня тут здоровый огр. Бегу к тебе. Будь честный, ПВП. Что-то он не такой дурной, как на этом. Да не, я его сам убью. Хотя бы в этом не так не мог вообще. Мы его вчетвером убивали и не посылали. О! О! Отлично. А, это тоже на деф, да, по-моему? Не сильно помню. Тут, по-моему, что-то против нежити. Ну тут ее просто нереальный урон. Я помню, это одна деф. А какая-то слабенькая. Но тут пошли, считай, своего уровня, а это, ну, почти максимального уровня, поэтому... А, не восьмого, блин. Он босс. Мы тут вообще боги, потому что все остальные седьмые, блин, тут нубы. Блин, ты горишь. Я понял, понял. Так, кажется, не надо было туда идти. Надо было... Вообще атаки. Я, короче, пошел. Я пошел на босса. Что ж так громко оно кричит? Он босс. Кого-то не могу сагнуть. Это сквара. Ну это Рига, да, он, наверное, будет первый по ДПСу. Все-таки я помню. Босс какой-то, да? А, ну иди сюда, блин. Максимум поражений будет. Что бы это значило? Максимум людей. Сколько раз умирал, короче. Нет. Очко здоровья при лечении ты, понятно. Максимум убитых врагов. Фига ты там жёг вообще. Крысил киллы просто. Нанесён урон. Я крысил киллы масухами, блин. Так я нанес урон больше всего. Получено урона. Получено урона я. Ты что-то не очень, короче, это я не понял. Я не знаю, может его выучить. Поражение в бою — это смерти. Я не умирал.
А у тебя что, там написано поражение в бою? Я был первым там. Да, но там у тебя ноль написано. Ты просто первый, потому что просто. Так, максимум очков здоровья вылеченных, ну я, да. Хотя смог от меня недалеко оторвался. Убитых врагов я чуть получше, чем ты, ну, не самый первый. И не, по нанесенному урону я после тебя на втором месте. Странно, что тебя срывали. Блин, навык надо еще какой-то учить. Где тут выход? А, вот это. Умри! А пока прохлаждался, я тут чуть не погиб. Да, я вижу, у тебя там под хп осталось просто. Это, надо ливать. Спать. Да. Ну ты хорошо, что со мной появился в одном измерении. Повезло. Ящики с припасами стражи. Да, мне еще какой-то есть строгий надзор на орков надзирателей. У тебя есть такой квест? Да. Возвращение припасов есть квест? Один из 10, да. А что мы регаем с тобой там? БГ. Мы везде уже тащили, кроме как на БГ. Еще есть инст, но он как бы хай-левельный может для нас еще. Правда, без хила херово, да. Так, нам нужны надзиратели орков. Видимо, самый здоровый. Ты что-нибудь регал? БГ. А мы сейчас знаем. Да, у меня висит рег. А, да, ожидание. Так, сундучок. 24 есть. Надзиратели. О, надзиратель один наверху. Умри. Не из природы. А, тоже сундучок. Ничего там фейн не считается. Не считается? Ну, я могу там тоже собирать, там же где и ты. Просто оно, ну, твой сбор не считается. Ну, вот еще. Еще. Давай быстрее. Нужна кровь. Да, ты. А, не, я собрал все-таки. Это всякая фил. А наверху кто стоит? Не, это дикарь. Слышь, там вот в толпе вот этих мудаков. Двадцать один камень у меня. Так, какая-то палочка. Не знаю, ты можешь такую палочку брать? Палочка? Не понимаю, она мне засчитала твою палочку, не знаю, что бы она не значила. Так, наверху. Наверху там ничего нет. Вроде что есть толстый? Ящичек наверху. Наверху? Там вот еще сбоку есть. Сейчас проверю, могу ли я зачаржиться наверх. Могу я зачаржиться наверх. Да можешь, я же зачаржился. А, это просто сундучок какой-то, блин. Ну, я тоже могу его открыть. Там много всего. Закрылся! Ты
Давай дальше по кругу пойдем. Ты нам здесь брал? Да. Тут еще есть. Наверху. Ха, у меня там щит прилетел от высоты. Мега уроны, блин. Так, а где ты говорил есть? Наверху? Или вот тут? Наверху. А, наверху сейчас тоже соберу. Вот здесь вот. Блин, меня походу что-то на меня напало, что ли? Да, здесь получается аж два. Все, у меня все, фулка. И вот эта вот штука. Блин, правда я не могу что-то нажмать. Дима, она с другой стороны стены. Это. Мне что-то одного не хватает, это я не собрал. И еще нам не хватает трех этих мобов. Твоя во имя Грумша! Блин, одного ящика не хватает. Где ж я его пропустил? Ну, по два раза нельзя. Так, а, он просто дропнулся? Ну ладно. Нам нужно три этих надзирателя, два надзирателя. Ого. Ну давай глянем. Не, тут нема их. Или есть? Не знаю. Не ты. Я вообще говорю. Разобраться будет с этим, со скиллами. Почитать на что-то магу. О, щит, подожди, чей это оживляющий. Ну бери ты, может это паладиновский какой-то крутой. Чего? Ты не видишь, да? Пойдем. Да. Щит валяется. Забирай его себе, блин, продаж. Угу. Мне бы на ту сторону пойти как-то. Там вот эта хрень мне бесит, что она там висит, и я не могу ее взять. Далеко обходить. Ну давай вот так вот обойдем. Блин, давай сначала что-то добьем одного моба, а потом обойдем, а? Давай. Блин, двух мобов, странно. Вижу тупых стражей или кто-то там. Умри! Сапёр. Блин, дайте нам надзирателя, мудаки. О, надзиратель. Странно, а чё не насчитал? Орк. Фига ты там, святой. Так. Ты кто? Сапёр нет.
Давай еще раз в центре посмотрим, может треснулись. Ну то дают, то не дают. Ну мы тут, помню, умирали с тобой. Заклами хилом. Потому что ты, блин, нихера не хилил, я не знаю. Я говорю, Кен, ты же, блин, хиль. Не, ну потому что нам лень было некоторых убивать, а Закла он хилился только в этом. Если бил. О, у меня завершено. Тебе тоже? Да, что-то завершено, не знаю что. Ну да. Кстати, а интересно, что БГ нету? Никто не любит БГ? Могу знать. Ну давай сейчас я покину все очереди и еще раз зарега. У меня есть квест на пояс. Будь настороже, орки. Продолжаем. Да, да. Благодарю. Лучше, чем у меня. Картоп Пейнгивер. Знание силы. Так, вообще у меня два квеста в Невер. По-хорошему. А, это походу на главаря, да? Пошли главаря убьем. Что нам, слабо что ли? Ну что, у меня с дропом место еще есть. Это на 15-й. Пошли? Да, сейчас я распознаю. Сегодня мы убьем много орков. Да. Бегу. Где ты там? А, вижу. Садись на лошадку, гоу. Ну тут недалеко. Ну, я. Интересно, орки крутые ловушечники или нет? Так, ну дай мне секунду, пожалуйста. Так, железный прилив. Понятно. Скиллы смотришь, а, да? Да, я просто на агро посмотрю. Получается, левая кнопка это раздражающий. Агро. Чардж это агро. Можно выучить, в принципе, но что-то мне очень хочется. А, очки действия, это вот оно что. Так, тут есть на меня.
знания подземелья. Иду. А тут, если у тебя есть тайное знание, то можешь пойти взять. Что, бля, нету. Он здоровенный, видишь? О, какой-то ключ. И сундук. Загрумся! Сюда больше ничего нету, походу. Меня так бесит, слышишь? Вот этот глобальный откат после прыжка, короче. Вот. Черт, не прошло. После прыжка у меня идет глобальный откат, и я не сразу могу бить обычными ударами. Хотя обычные удары намного сильнее у меня. Ого! Нифига, блин, прям как трал в молодости. А у него, блин. Я таки попал. Так, что тут еще есть? Ничего больше? Есть вот какая-то шняга. Ловкость труп, но у меня как раз есть. Пояс. На что лучше? Я уже почти всю свою синьку поменял, по-моему, кроме щита. Максимум хитов. Фига, блин, пояс. Угу. Где больше ничего нету здесь? Что-то прям неактивничает. Так, у тебя вообще какие-то квесты здесь остались, помимо этого? Как оно называется? Помимо того, чтобы идти в Neverwinter? Во имя последнего глаза груз! Идти дальше на разведку башни плащи. У меня просто три квеста. По сути, ну, 4, замечательно. Продолжай. Твоя помощь в борьбе с орками просто Котик. Неоценима. Пришло время нанести удар в самое сердце врага. Секунду. Наши разведчики отыскали путь в башню плащей через пролом в стене на юго-востоке. Ступай по дороге на восток, пока не встретишь рядового Квикфута. А затем через пролом, чтобы встретиться с разведчицей Гелен. Они расскажут, что делать дальше. У меня здесь получается час. Я еще осколки и камни наблюдателей не все собрал. И какая-то проверка хитрости, я так и не понял, что это. Ну, значит, веди на них, потому что у меня их нету. Я сделал какие-то свои. Я без полторы палочки, 14. Сейчас. Лошадка.
ним, окей. Что? Собирать, да? Ну, собирай. Блин. Нафиг такими огородами ходить? Черт, где ты пропала? А, вот. Вот этот мешочек надо собрать. А тебе крестик рисуется, когда я кидаю свою фигню? Я только что не видел, но я когда-то видел, что ты крестики кидал. Ну это метка моя, то есть я типа по нем больше дамаг, я повышенно говорю по нему. Так, сейчас один сдам квест. У меня еще какой-то здесь есть. Это пизделушки. Ха-ха. У тебя все отлично получилось. Либо ты умеешь так же отлично скрывать свои неудачи. Шлем уже, все дела. Меня устроил бы любой вариант. Так несправедливо. Скажу Халгину, что все хорошо. Так. Испытание силы в меня. Гранца. Да отвалите нахер. Умри. Там здоровый. Да. Его надо убить. Да, его надо было убить. Угу. Тут охрени, ты там поубивал мобов, блин, тут дропа, я офигею. Надо срочно все собрать. Так, и еще какой-то квестик у меня. О, еще какая-то сумка. Блин, где-то здесь. Загрузка! Четырнадцатый. Раз. Раз. Вот, все? Есть. Да. Осталось только их теперь сдать. Как-то. Иногда бывает с непривычки, знаешь, это у меня привычка. Я всегда играю во все Warcraft и вообще все игры. У меня всегда правая кнопка мышки практически всегда зажатая. Ага. Да, тебе удалось бы. Хочешь, чтобы мы сбросили оковы многострелов? Дали еще один квест. Мы слишком долго чахли под гнетом чистокровных. И готовы сражаться за свободу. И еще один сдать. Если верить твоим словам, наш клан могут принять в Невервинтере. Но у меня есть просьба. Скоро сюда с отрядом прибудет наш надсмотрщик из многострелов. Помоги нам в бою за свободу. Пролей кровь вместе с праунфистами. Блин. Как этот флажок убрать? Ай, блин. Еще раз. Все, я понял. То мне, блин, не туда показывало. Черт, он опять сюда показывает. Какого хрена? А, тю. Заюзать плахает. Понятно. Теперь у вас есть все нужное, чтобы выполнить задание компании. Откройте компанию «Милостивый орден третьего глаза» и выполните задание «Подбор осколков». Когда Невервинтеру понадобится помощь, мы придем. Так, и теперь вот сюда надо бежать мне. Пробегу.
на лошади, а я нет. Странно, у меня что-то говорит про компанию. Типа у вас есть все, чтобы выполнить компанию. А, подожди, это все? У меня еще нету. У меня нету пяти еще этих самоцветов. Я отстаю от графика. Давай набьем их. Блин, а как хотя прожать этот дебильный шлем? Включить визуальный эффект. Видимо, у тебя сделанный квест, который называется «Воссоздание прошлого», да? Да, уже выполнил. Пошли. Мне еще дальше дать почему-то говорят идти. Не, или уже не будем? Ну, у меня он тоже есть. Давай сначала «Воссоздание прошлого», наверное. Вообще, я хотел в Neverwinter сбегать. Ну, в этот. Город? Столицу. Да, у нас тут два квеста, и они меня бесят. Только вспомни, где тут начало этой локации вообще. А там где квесты показывают, там начало. Точно. Блин. Как сообщите, не забежать на лошади через шип. Блин, мне здесь квест можно сдать, офигеть. Как дела? Как интересно. Наконец-то 14-й я тебя догнал. Странно, подожди, а где можно было... Далековато, блин, выход. Да, это ж второй уже нету? Нету. Там, в принципе, фигню бежать. Только чуть-чуть орком. А если там вообще кого-то левого? А, просто 15 плюс. Я думал, левели на 15 можно и не попробовать. Ну помнишь, там к нам присоединялись какие-то и боги, понял? Mm-hmm. Там сотый тысяч левел, блин. Не могу я побежать и не захилить этого чувака. Всё. Есть минутка. Может, ты полезный. Нам сюда? Не, нам не сюда. Странно, что мне сюда подпишет. А, ну просто я могу. Да, там квесты иногда вдают. Как хорошо, что ты здесь. Орки из клана Многострелов хотят захватить эту часть города. Стражи Невервинтера были бы рады прогнать врага с твоей помощью. Если хочешь помочь. Так, мы побежали. Так, с тобой не дуэлились? Ну ладно. Да подуэлимся сейчас. Но если ты меня не победишь, то ты абсолютно нечестный читер. Ты у тебя щит здоровый, блин. Скоростная доставка. Ну, мы не очень спешили завершить. Кстати, можно тут продаться. А, вижу тебя. Так, кстати... Тебе нужны товары? Спасибо за сундук. Что тебе такое продать? Где второе кольцо? Я лучше вампиризм. В жопу вампиризм. Я тоже как-то думаю, что вампиризм нам не очень нужен. Не, тебе может и нужен. Так, какая хрень. Oh, you, sir.
У меня новое ведро на голову. А, ты посмотрел, что продается? Не-не-не, выпало. Шапка новая. Тут еще один квест. А, нет, это квартал башни. Подожди, это что? Странно, не знаю, как тебе, но мне эти ведра падают и падают, блин. Уж паладины все читерские. Так, подожди, я не понял. Ну, я это сделал. Поговорите с Брэндоном Картером и получите свою игру. Откройте листок персонажа и посмотрите на своего скакуна. Блин. Странно, что у меня до сих пор висит. Вкладку, конечно. Так, что у меня осталось, получается? Получается, я всего лишь не собрал еще 5 осколков прошлого, чтобы идти дальше. Я не пойму, где их сдавать, эти осколки прошлого? А сейчас давай я там пью и разберемся. Пошли, набьем. Редкая дыра здесь, вот что я тебе скажу. Или ты еще там что-то делаешь? Все, все, ничего. Квартал башни, да? Скажи, если хочешь больше узнать про квартал башни. ПВПшиться здесь, интересно, можно или? Давай сейчас попробуем. Так. Даже таких нету фишек. Странно, ну F2. Ну давай попробуй кинуть тебя спать. Блин, а разве мы не PvP-шились никогда? Я не помню. Ну ладно, не знаю. Повезло тебе. Тебе повезло, да. Ты прям везунчик. Как король бы погиб бы тут. А пошли туда на любых орках, набью эту хрень. Я подселял. Ага. Ой, нет, какой-то. Кто ты такой? Непонятно. А, воин страж, несчастный воин страж. Вот что будет с тобой, если ты не будешь бегать со мной. А что у него? Будешь наполовину раскоцан и всегда. Вероятно.
Хотя, если честно, нет. Я тебя почти практически не хилю же вообще. Я так и знал. Не, ну я хилю после боя, но просто что ты там не проседаешь практически. Ну вот смотри, ты сейчас дерешься. Зачем я тебя хилить, блин? Ты там чуть просел, я вижу, да. Это ты выборочно бьешь. Ну немножко просел, ну и что? Мне две штуки надо еще. Ну давай наверху. А вот гапон берется. Ну гапон дурной игрался когда-то. Все говорят, что это самый простой пофиг. Так, подожди, 2 минуты еще заплатили. Все, перестал. Да ладно, сейчас лучше перезвоним.